Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель кладбища. Так, подожди, зомби, не мешай. Ну что, я хочу посмотреть, накопилась ли у нас там с тобой репутация для того, чтобы продолжить новые постройки. Слушай, а по поводу вампира, ты не помнишь, куда нам нужно идти? Слушай, у нас же здесь с тобой есть персонажи, которые дают задания. Так, выглядит опасно, это все не то, это все не то. Так, лорд. Так, это Гюнтер, пастух, одноглазый, одноногий и однорукий мужик. Выглядит слегка свирепым. Именно пастух на меня тогда напал, да? Маркиз Теодора младший, так, Дик и мастер Аларих. Фиксим, давай вначале поможем, наверное, этим, а там уже дальше, наверное, будет как-то развиваться сюжетка сама по себе. Древесины до сих пор куча. Этот стоит без работы, потому что, ну, ее даже некуда девать. Окей. Мне нужна, чтобы здесь репутация у них была, ну, максимальная. Ты будешь с ним разговаривать? Мне нечего сказать тебе, хранитель. Понятно. Нечего тебе сказать мне. А помощи просить, так ты сам не свой. Слушай, нам вот еще нужно здесь, смотри, видишь? Счастье, чтобы новый беженец. А новые беженцы вообще для чего нам здесь нужны? Не знаю. Так, ну, еды я точно тебе скажу, у них здесь много. И смотри, уже девочка какая-то появилась. Или мне кажется. По-моему, сейчас здесь стало немножко побольше. Нам просто надо ждать с тобой, когда это все тут само по себе улучшится. 1,7. Может быть, мне проще дома поспать пару дней на кровати, да? Сюда вернуться, уже будет репутация, наверное, приличная. Хотя я могу сделать попроще. Кстати, давай посмотрим, что у нас тут по технологиям. Есть что-нибудь новенькое? Опа, смотри-ка. У нас с тобой новое что-то здесь должно появиться. Видишь? Этого не было раньше. Шикарно. И причем это у нас где? Ага. Это у нас с тобой должно появиться в анатомии и алхимии. Эта технология скрыта. Вы откроете ее позже. Я с удовольствием. Ох ты. Теология тоже. Что-то новое будет у нас с тобой здесь доступно. Так, написание книг. Ничего нового нету. Здесь у нас фермерство. Тоже ничего, к сожалению, нету нового. Так, а здесь у нас металлообработка, появится два новых, ребята, навыка каких-то. А деревообработка нет. Странно. Деревообработка нет. Кулинария, да, кулинария у нас что-то новенькое появится. Так, ну что, я, наверное, полечу домой, кимарну, да? Денек-другой. Так, лагерь беженцев, таверна, дохлая кляча. Может быть, нам с тобой в дохлую клячу слетать? Давай-ка поговорим здесь. Так, насчет хранителей кладбища. Харадрих, я бы хотел больше знать о предыдущих хранителях кладбища. Ладно, первый хранитель появился больше 200 лет назад. Так мы это с тобой видели. Мне надо что-то новенькое. И мне где-то нужно еще встретиться с этим, с лордом вампиров. Может быть, кстати, он находится в подземелье. Может быть. Смотри, как кошка появилась. Раньше здесь никакой кошки не было, по-моему. А ну-ка, дай-ка я туда пройду. Ведь не было же никакой кошки раньше. Ага, я еще и зайти не могу. Замечательно, все позакрывали, да, от меня? Тут все по-тихому. Ничего нету. Кстати, у нас... Оу, у нас день торговли. Ё-моё, ночь наступает, я не успею добежать. Эх, тут должен быть, ребят, торгаш. Ведь это же день торговли. Торгаш должен продавать. Ух ты, 45 серебра откуда-то взялось. Построить маркетинговая компания и палетка. Пойдем до дому потихонечку, да, с тобой? Все равно нам уже здесь делать нечего. Зомби стоит, палетки пустые, потому что товара нету.
Что очень-очень плохо. Как раз мы с тобой сейчас отдохнем маленечко. Выходи давай. Репутация нужна не меньше трех. Это опять же для того, чтобы построить палатку. Я отлично выспался. Я за тебя очень рад, бродяга. Да я это бревно допилю. Оно меня, честно говоря, что-то аж прям раздражает. Сейчас мы с тобой допилим. Кстати, у нас с тобой дальше продолжается копить очки и камушки эти. Это, скорее всего, для новых технологий. Вот фиолетовых у нас с тобой очень и очень мало. Так, опять. У нас сейчас ночь или утро? Что-то я как-то даже не могу разобраться, что сейчас. Давай еще поспим маленечко. Угу. Наступило утро. Это у нас что за день? Ты можешь вспомнить? Это день змея, да? Змей нам не нужен. Поэтому как бы мы отлично выспались. Пойдем-ка мы с тобой, наверное, сходим в поселение. И я думаю, что сейчас там уже будет, наверное, получше. И репутация, и все. Потому что мне пока зацепиться больше не за что. Но мы пообещали этому чуваку найти лорда вампиров. Убить его, да? Пастуху. Вот только где мы его будем искать, я даже не знаю. Так, счастье поселенцев 2.38. Блин, мало, мало еще. Этого недостаточно. Ну что вы тут грустите, елки-то палки, а? Посмотрим. Так, воду, по-моему, даже не трогали, да? На тем доски. Будете костер разжигать ими. Две улыбочки только, а мне нужно три. Три улыбки. Может быть, им меда дать? Ну, я имею в виду соты, вот эту вот всю ерунду. Мед, пчелиный воск. Ну, смотри, с другой стороны, да? Мы сейчас помогаем им, так? Мы им помогаем. А хотелось бы мне узнать, что мне это даст? Я просто буду развивать их поселение. Где мне узнать историю про вампира? Откуда растут ноги, а? Чтобы начать ее. Вот я, например, сейчас хочу начать эту историю проходить. Куда мне идти? Там песка, кстати, немерено. Так, водопадики, все дела. Так, я здесь пройти-то смогу? Блин, я еще и топор с собой не взял. Да ладно, это я так просто прогуляться сюда вышел? Хотя, подожди, нет. Вот, видишь, как можно было вообще. Вон. Начал рубить. Я сейчас им всю эту... Весь этот завалю. Сундук. Давай, выкладывай им цветочки. Кстати, вот эти вот пчелы мне самому пригодятся. Потому что... Так, подожди. Да брось ты, господи, это бревно-то. Можешь его просто выбросить, вот и все. Ладно, полетели к себе домой. Слушай, подожди, домой, может быть, мне в таверну зайти к себе? Так, посмотрим, что у нас тут по выручке. По выручке всего 18 монет. А знаешь почему? Потому что у нас тут, видимо, наверное, алкоголя нету, да? Заведение, грубо говоря, пустует. Все абсолютно продано. А нового спиртного я не делал. А надо бы, кстати, сюда притащить. Ну, если честно, в деньгах я пока не нуждаюсь. Нет такого, да, чтобы я где-то должен заплатить. А раньше в чем был стимул? Мне нужно было деньги. Деньги отдать, чтобы там что-то купить или открыть. Сейчас такой надобности нету в деньгах. Так что... День-дон, бум-бам-бом. Я дик, я существую. Да, я знаю, что ты существуешь. Назойливая ты муха. Тут яйца, я же могу стырить? Нет, тут только торговля.
Ладно, побежали тогда с тобой. Но по большому счету здесь больше делать нечего. Секунду. У нас же есть с тобой подземелье. Вот в подземелье нужно сходить, скорее всего, точно. Так, подожди-ка, у нас тут колодец. А вот где-то здесь должна быть у нас лазеечка, насколько я помню. Такая тайная. Вот, видишь, я же говорил, что должна быть. Сейчас хочу зайти в подземелье у себя, вот здесь вот. О, это змей идет. Я занят. Еще бы ты не был занят. А может быть, кстати, нужно было бы поговорить со змеем. Тоже как вариант, согласись-ка. Так, ну-ка, что у нас тут? А, это выход в церковь. Подожди, а где же у нас вход с тобой в подземелье? А вот здесь наверху, по-моему, да? Ага, вот. Окей. Давай-ка посмотрим. Нет, тут, ребята, ничего нету нового. Как было 15 этажей, так 15 этажей и осталось. Подожди, я не понял, а что ты? А что ты не дерешься? Подожди-ка, я не понял юмора. Броня есть. Ага, я не туда сжал, ребят, не на ту кнопку. Ну давай. Разобрались. А вот это что у нас такое? Ты помнишь, нет? Вот и я не помню, что это за залежи чего. Ага, серебряный самородок. То есть он восстанавливается со временем, да? Ой-ой-ой-ой, я вспомнил. Я это все вспомнил. Блин, ну без еды сюда идти, это, ребят, самоубийство. Да и по большому счету, зачем мне сюда идти? Я не уверен, что вампир здесь есть. Так что пойдем-ка мы обратно с тобой. Выходим. Это же я тоже не могу, да, по-моему, улучшить. Вот это все как построили, все, больше ничего нету. Хотя, глянем-ка здесь. Черепа в колонне, фонтан крови. Ну да, здесь больше ничего абсолютно сделать нельзя. Тут тоже у нас, вот он этот чудик. Расскажи мне о жидкости для воскрешения. Ну это, ребята, мы с вами помните, да? Чтобы зомби делать. То есть он мне тоже ничего не расскажет. Скорее всего, надо было поговорить со змеем в его день. Помнишь, как мы здесь с тобой сгорели, в первый раз зашли? Чух. Ловушка такая была, да? Прикольная, так скажем, для нас. Из еды вообще у нас все плохо, ничего нету. Надо действительно заняться делами. Приготовить каких-нибудь там гамбургеров, сэндвичей. Еще что-нибудь. Подожди, я уже забыл, как выйти-то. Через церковь, что ли, придется идти? Ладно, пошли через церковь. А, тут у нас, видишь, 5 подаяния. То есть прокачано хорошо. Монаха нету. Но я тебе говорил, что здесь будут, друзья мои, новые виды построек. Именно вот кладбище будет у нас с тобой офигенно выглядеть. По крайней мере, в DLC так обещали. Ну что, надо кимарнуть, в принципе, да? И можно уже будет отправляться, там как раз уже будет достаточно этой энергии, репутации, чтобы мы с тобой смогли построить еще одну палатку. Судя по всему, там, наверное, мы построим все вот эти вот палатки, сколько их там нужно, 5 штук или сколько там, 4. И после этого должно быть какое-то продолжение этой истории. Может быть, наша армия, вот это куда-то мы пойдем. Против инквизиции, елки-палки. Так, мы можем с тобой полететь туда. Так, карьер, дохлый, милый дом, лагерь беженцев, да? Мы можем с тобой сюда телепортироваться теперь. Так что, вы издеваетесь? А, нет, 3.78, все, нормуль, нормуль.
все. Так, это мы с тобой делаем колодец. Вот. Задание выполнено. Репутация у нас растет. А колодец вот так вот просто сделали и все? Стоп. Тогда вопрос в другом. А что я должен дальше сделать? Ага, новый беженец, скорее всего, теперь им нужен. То есть нам нужно... Погоди-ка, ты видишь, что здесь есть место для палатки? Или это не для палатки там место было? Так, смотри-ка, смотри-ка, что-то хотят поговорить со мной, да? О, слуги передали мне мою коллекцию зубочисток. Чудесно. А что у вас? А что у нас? А у нас ничего. Великолепная работа. Мы ценим это, друг мой. Особенно сейчас, когда запасы свежей воды на исходе. Рад, что оказался полезен. Я попросил старого дворецкого сообщить моим друзьям в городе, что мы готовы принять их. А одной дополнительной палатки достаточно? Не уверен, в списках инквизиции десятки имен. Тогда я установлю еще одну. Хорошо, но у нас также ощущается недостаток еды, а новые беженцы лишь усугубят его. В таком случае вам не обойтись без огорода для выращивания овощей. Похоже, нет трудностей, которую вы не смогли бы преодолеть, хранитель кладбища. Здесь ты прав. Так, соорудите огород, плюс постройте еще одну палатку. Понятно, давай глянем. Что нам нужно для огорода? 12 чурбанов. Блин, шелк нам нужен будет, да? 12 чурбанов. Так, ну с чурбанами-то понятно все. С шелком будет немножко посложнее. Ладно, погнали с тобой делать чурбаны. Это для огорода. А шелк нам нужно будет с тобой покупать у торгаша. А день торгаша это когда у нас? Сейчас мы с тобой посмотрим. Вот он, купец. Вот в этот день. Ёлки-палки, это еще ждать нам. Ну, долго придется. Так, давай-ка мы здесь с тобой соберем все. Будем делать липовый мед. И ягоды, конечно же. Ягоды зачем нам нужны? Конечно же, для браги. Будем брашку делать. Так. Давай здесь. Кстати, вот эти ульи, они же нам должны что-то давать. Мы же их сюда не просто так ставили, для красоты. О, видишь? Отлично, мед, пчелки. Все как полагается. Так, для того, чтобы построить новый, нам нужно 10 пчел. 10 пчел и, ну, 6 гвоздей. Это фигня, главное, что пчелы. Пчелы очень тяжело, ребята, ловятся. На самом деле. Слушай, когда мы с тобой получим новые какие-то разработки? Мне вот хочется посмотреть, что нового нам с тобой дадут. А, кстати, может быть, нам морковку положить, чтобы трупики-то принесли? Может быть, осел нам даст новое какое-то задание? Я, кстати, совсем про это забыл. Со слом там тоже какая-то связанная история есть. Говорили, в DLC будет. Так что, наверное, нам придется сейчас с тобой морковки-то насыпать маленько. Мы же не жмоты какие-то. Да и морковка вроде бы у нас с тобой есть. Слушай, тут и яблонь созрела. Ой, классно-то как. Все будем брать. И, кстати, нужно будет посмотреть, что у нас там с крематорием. Если нету, придется сделать. А нет, вроде бы есть. Слушай, все четенько. Все великолепно просто. Так, у нас с тобой похоронный сертификат есть. А вот, кстати, и чурбаны. И не надо, ребята, ничего делать, да? И не надо ничего делать. Так, простые петли. Остается только лишь одно. Подождать время. Но я пойду, наверное, все-таки схожу за морковкой. Поставлю. Куда морковь-то нам уже эту? Вот сюда, да? Да-да. Морковку нам нужно именно в ту штуку ложить, чтобы ослик приходил и ел. Только вот вопрос в другом. Я не вижу морковь. Я вижу хмель.
Кстати, виноградники, ё-моё, надо за ними посмотреть. Они же у меня там растут. Тут что, чечевицы, что ли, столько? Или там морковь? Ну-ка, что это у меня? Лук? Так, подожди, у меня, по-моему, перебор с инвентарем. Давай-ка что-нибудь с собой выложим, в конце концов. Так, вот здесь, например, можем выложить спокойно яблоки. Желе это выложим, оно тут нам не нужно. Вот это вот, ягоды. Да все, в принципе, можем выкладывать. Паутину. И мед, и пчелы. Керамические эти миски. Все абсолютно, кроме... Кроме камня телепортат, ну и вот этого остального. Погнали, сейчас мы с тобой все здесь заберем. Все, что здесь у нас есть. Так, морковь, да, морковка есть. Уже хорошо. Так, мы можем с тобой уже посадить сразу же следующее. Следующий урожай. Так, а это у нас что, хмель? Конопли. Так, давай, 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 не жмись. Все, забираем с тобой здесь. Отлично, там я вижу свекла. Вот еще морковь. Ну все, пойдем для ослика поставим все это дело. И сходим, наверное, скорее всего, на виноградники. Виноградники там, наверное, созрели уже, перезрели. Не то, что созрели. Так, ослик должен быть доволен. Ну что за фризы еще тут происходят, елки-палки, ни с того ни с сего. Вот, хватит ему, надеюсь, столько. Чем больше винограда у нас, да, тем больше винишка мы с тобой можем сделать. А чем лучше виноград, тем, соответственно, лучше вино. Так, погоди-ка, я хоть правильно иду-то? Здесь у меня виноградники. А, лежит. Такое ощущение, что кто-то здесь уже полазил. Почему оно все лежит у меня здесь? Я что-то не понял. А ты вот что стоишь просто так? Я не могу понять, а? Почему? Так, что там у него написано? Эффективность работы 12%. Зашибись, работничек тоже мне. Так, станция грузчиков. Зомби-виноградник. Слушай, а я зомби-виноградник вообще делал себе или нет? Ага, вот он. Зомби-виноградник. А, это, ребят, не разбросано было. Это он тут все делал. Но почему-то он сейчас молчит в данный момент. А почему молчишь? Что тебе не хватает? Что тебе не хватает? Объясни-ка мне. Немножко не могу понять. Ну, предположим. Так, начал делать. Ему не хватало... Да и выйти-то мне. Ему не хватало семян. Для того, чтобы делать, ему не хватало семян. Единственное, я не могу понять, почему вот этот вот грузчик, которого я поставил, почему он товар не забирает и не спускает мне вниз в склады? С какого, блин, перепуга? Кстати, вот этот, что за день? Можем мне узнать? Луна. Ага, звездочет. Все, я понял. Кстати, к звездочету можно тоже навестить и спросить у него по поводу... Может, вампира, может быть, что-то расскажет нам. Хотя, почему-то я сомневаюсь, что он там что-то расскажет прям. Так, давай, наверное, кемарнем. У нас с тобой энергии маловато. Заодно сохранимся. Так, чурки я нашел. Ждем теперь осла. Если осел придет и станет с нами разговаривать, то, возможно, будет какое-то дальше продолжение. Потому что, ну, на одном лагере зацикливаться, ну, нет варианта, ребят. Так, мы отлично выспались. Я за тебя очень рад. Кстати, по поводу винограда. Мы же с тобой насобирали. Может быть, что-нибудь закочепарим по-быренькому. Ага, кружка медовухи, кружка пива. Крепкий алкоголь, это все не то. Погоди-ка, где же нам с тобой?
Вот здесь мы... Где брагу-то мы с тобой гоним? Я уже забыл. Так, это все не то. Все позабыл, как делается. Так, красное вино. Пресс. Ага, ведро виноградного сока. Создать. Ведро виноградного сока. Золотое причем, да? Золотой сок нам выпал. Здесь не хватает на золотой почему-то. Придется брать серебряный. Так, могу я еще взять себе? Нет. Теперь только лишь обычный. Создаем. Все. Типа все. Так, здесь. Использовать. Создаем. Так, ребята, притащили к нам трупик. Ослик притащил трупец. Пойдем его, либо у нас два варианта: либо сжечь, либо его похоронить, либо заморозить. Шкафы я, по-моему, в тот раз освобождал. Всю эту... Блин, всю эту гниль, хотел сказать, сжигал. Нифига не сжигал, вот они лежат. Завратило. Пойдем-ка, наверное, мы с тобой их... Так, а вот и ослик. Да, ребята. Дорогой товарищ, мне поручено тебя проинформировать. На последнем пленарном заседании ИКПОТ было принято решение. Прости, и по что? ИКПОП. Исполнительный комитет партии Ослиного Пролетариата. И ты, между прочим, разговариваешь с его генеральным секретарем. А, ясно, это все объясняет. Итак, ИКПОП принял решение дать тебе последний шанс реабилитироваться в глазах всех просвещенных тружеников. Наша партия переходит к фазе активной подготовки к революционному перевороту, и твоя роль в этом будет ключевой. Ну а если я откажусь? Тогда мы спалим твой дом, кладбище, сад и церковь. Ну и самое ужасное, ты подвергнешься публичному порицанию с занесением в партийный черный список. Зашибись. Рад, что ты готов помочь. Подойди ближе и слушай внимательно. Как ты понимаешь, это все совершенно секретно, поэтому коммуницировать мы будем через записки. Записки? А как ты собираешься их писать? Меньше знаешь, крепче спишь. Да и не рекомендую их нюхать. Во-первых, смастери и отправь в нашу почтовую контору книгу рецептов. Это для нашего союзника, крысиного вождя. Он обожает кулинарию, а успех революции невозможен без всесторонней поддержки крыс. Второе, отправь в контору 5 красных яблок, дабы поднять боевой дух угнетенной ослиной коммуны. Ты должен... Погоди, у меня нет никакой возможности отправить все это незаметно. Ты сам сказал, это совершенно секретно. Выходит, твой долг создавать и устанавливать специальные ящики для контрабанды. Ты будешь складывать всю контрабанду в ящик. А потом я или другие члены партии будут забирать их по ночам. Но ты не волнуйся, справишься, я в тебя верю. Удачи, скрестим хвосты. Зашибись, ребят. Так, вы открыли новую технологию и получили знания. Создать книгу рецептов. 50 способов приготовить рататуй из овощей и кошек. Это что такое? Так, сделать и установить ящик для контрабанды. Блин, подожди, я сел. Как-то быстро задание. Так, я что хотел? Я хотел кое здесь что сжечь. Вот эти вот трупики я хотел сжечь, потому что они уже, ребята, ну, ни к чему не годятся. Пускай лежат. Давай следующего возьмем. Да, они тут залежались, ребята. Залежались, по-другому это не скажешь. Блин, вот тебе осел и подсыпал заданий. Хотел задание? Вот, получай. Так, сейчас мы это все вначале с тобой запалим. Потом я буду, ребята, читать. Что, почем, куда и как там. Что нам нужно сделать
Во-первых, какую-то книгу рецептов надо ему отправить, да? Я так понял. Потом еще что-то. Он там озадачил, конечно, по полной программе. Так, забрать тело. Сейчас пока день звездочет идет, он не особо нам нужен. Вот следующий день, да, это будет у нас молитва. Так, а как там поджечь-то, ты помнишь? Ага, вот так вот. Все, пускай это все горит, дело. А мы с тобой сейчас свежий трупец. Что нам с ним сделать? В холодильник его положить? Ну, пускай полежит пока. Но опять же, ребята, они долго здесь не залеживаются. Они начинают портиться. Вот здесь вот сколько тут процентов, я даже не знаю. Вот сколько вот у этого. Так, воскресить. Можно воскресить зомби. Но зачем? Кстати, посмотри по его навыкам. Слушай, на 99% в принципе неплохо сохранился. Пускай лежит. Пускай лежит. Так, ладно. 22 голды у нас с тобой общей суммы по деньгам. И вот у нас день молитвы. Так, я думаю, здесь уже все прогорело. Пойдем собирать с тобой. Это все выкладываем. Так, соль, пепел, все это выкладывается. Оно нам не понадобится, по крайней мере, в ближайшее. Так, выкладываем все это. Прикинь, соль, да? Сгорел труп, от него осталась соль. И мы с тобой ее в пищу употребляем. Жесть. Да, по-другому не скажешь. Так, что у нас тут построить? Место для сожжения тел. Ящик. Чурбаны, да, нужны нам с тобой? А чурбаны, кстати, где чурбаны? Подожди-ка, я не понял юмора. А где все чурки-то? Так, а что это у нас тут? F. Не понял, это что мы тут с тобой делаем? Ух ты. Так, блин, что это? Отправить поваренную книгу. Отправить 5 красных яблок. Ну, ладно, яблоки я ему отправлю. А... секунду, еще разок. Где ему поваренную книгу-то найду? Так, это печатный пресс нам нужен, да? Для того, чтобы понять, то это или не то. Так, с яблоками, значит. Яблоки. А я яблоки все оставил, по-моему, там, в лагере, да? А здесь у меня вряд ли... О, нет, есть. Есть яблочки. Значит, с яблоками это понятно. Самое простое, я так скажу тебе, задание. Так, отправляем. Задание выполнено. Блин, поваренная книга. Слушай, а у нас с тобой что-то новое даже, по-моему, по технологиям изучилось. Но я пока что-то не вижу ничего. Давай здесь глянем. Что-нибудь новенькое есть? Нету. А здесь у нас тоже ничего нового нету. Тут это свет веры. Это все не то. Это у нас было. Так, это тоже все было. Так, а чему нас осел научил там, елки-палки, тогда получается? Я не пойму. Ничего нету. У нас пресс с тобой здесь есть? По-моему, где-то был, да? Чистая бумага. Это все не то. Это изделие ювелирное, это тоже не то. Ой, ё-моё, а. Так, ладно, пойдем с тобой, наверное, сходим в церковь. Сделаем молитву. А уже после, что после мы с тобой сделаем? После пойдем, сходим в подвал и посмотрим, можем ли мы с тобой сделать кулинарную вот эту вот книгу. Так, заходим. Качество у нас в церкви 68. Так, создаем вот эту вот проповедь.
Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Конечно, великолепна. А сейчас давайте помолимся. Благосостояние на деньги, да, ребята? Не забывайте про пожертвования. Так, сколько они сейчас будут давать? Серебряник, да, наверное? По 40 серебряников. Блин, по одному серебрянику что-то вообще мало. Что-то скудненько как-то. Или, может быть, я уже просто расценки все позабывал. Ладно, мы с тобой идем в подвал. Печатный пресс. Я имею в виду именно книжный. Мне нужен именно книжный. Книга. Ага, вот она, книга рецептов. Короче, смотри, что нам нужно. Перо и чернила. Чистая бумага, 10 штук. Что? Еще красное вино надо им? Короче, начать надо с чистой бумаги. Для этого... Блин, какая испорченная книга еще нужна? Ты издеваешься, что ли? Я же помню, что чистую бумагу я мог делать без всяких этих там. Что-то они тут мудрят, а? Что-то они мудрят. Так, мужик, отвали. А что тут он мне создает? Вот объясни мне. Так, давай посмотрим. О, история. Так, а вот это тогда нам нужно сделать чистая бумага, чистая бумага. Это он будет делать мне историю, да? В общем, сейчас... Слушай, где-то у меня должны быть запасы этой чистой бумаги. Чернила есть, и это уже хорошо. Так, черная краска. Блин, да понятно, черная краска. Да не может быть, чтобы я бумагу не мог. У меня же пресс. Подожди, пресс. Именно, чтобы делать бумагу. Для этого нужна будет шкура, насколько я помню. Бумага из свиной кожи. Неужели... Так, а вот это вот у нас что? Так, вот она, чистая бумага. Я же тебе говорил, что все у нас есть. Все у нас будет. Так, чернила там и еще что-то надо будет, да? Давай создавать. Просто давно, ребята, не играл. Забыл, где что у нас находится. Где что, так сказать, лежит. Так, ты... Че у тебя там? Все забито, что ли? Понятно. Инвентарь забит. Давай тогда выложим кое-что. Семена, конечно, блин, выкладывать. Трындец. Потом все это ищи, называется, да? Создать. Создать бумагу. Где она у нас? Да господи, мне... Бумагу-то можно просто создать или... Куда вас понесло-то? Ёпрасоте, а? Вот, чистая бумага. Поехали. Так, бумаги нам нужно с тобой 10. Это есть. Так, давай-ка глянем дальше. Блин, перо и чернила. Оказывается, нужно перо и чернила. Это только на одну книгу. Значит, нам нужно с тобой 20 бумаги. Сразу тогда уже сделаем с тобой. Чтобы не бегать туда-сюда. Так, сколько? Персонаж, сколько там у нас? 16, надо еще сделать. 16 плюс 8, да, там дает? 4, короче, 20. 20 бумаги у нас есть. Теперь я вот не помню, что нам нужно для того, чтобы сделать именно перо и чернила. Чернила есть. Так, перо и чернила. Так, чернила есть, нам нужно с тобой перо. Блин, перо, где оно? А где я перо-то доставать, а? Буду. Твою ж налево, я забыл, ребята, где перо доставать надо. Тут же вроде бы нет кур. Или есть куры? Перо. Блин, хоть убей, я не помню, где перо брать. Может быть, где-нибудь у нас с тобой завалялось.
Чернила я вижу, чернила мы возьмем. Так, это я, наверное, выложу. Перо. Так, еще есть одно, два пера, да? Где же я его взял, а? Откуда мне его? Не помню. Так. И нужно будет еще, блин, вино. Так, давай. В плане. А, все, я понял. Это то, что у нас было, да? На верстаках это все отмечается. Ах, дрена ваш. Не помню я, хоть убей. Так, ладно, тут у нас еще вроде бы где-то есть палетки, склады эти. Так, ну тут, по-моему, не то. Тут палочка. Тут краски, это все понятно. Так, это листовки. Пустой стул. А, стол для аутопсии. Что за аутопсия, фиг поймешь. Выйти. Блин, я не помню, ребят. Хоть, вот, хоть ты тресни, я не помню, где брать перья. Жестко. Слушай, мы сходим с тобой туда в город. Помнишь, где продаются яйца? Если мы с тобой, ну, на торговлю нажмем, может быть, помимо яиц она продает и перья. Так, что у нас тут за день? День Шармель? Я ведь не путаю. Так, давай-ка посмотрим. Персонажи. Где? Да, Шармель. Шармель нам пока не нужна. Там ее заказные песни нам тоже как бы сейчас не в тему. Так, смотрим. Это морковь, это все понятно. С этим вином еще тоже, блин. Красное вино, ребята, есть. Блин, так оно со звездочкой. А нам нужно, по-моему, обычное. А нам нужно с собой обычное вино. Самое-самое простенькое. Блин, трындец. Только золотой. Погоди-ка, а тут нельзя, ребят. Мне кажется, не имеет значения, какое там у тебя этот вино. Главное, что оно есть. Так, ну что, давай, наверное, полетим с тобой к этим. Съездим, посмотрим, что они там делают. Вот, может быть, уже репутации достаточно. Так, лагерь беженцев. Что тут все в тумане как-то. Ну-ка. Блин, чурки эти забыл взять. Да чтоб тебя. Чурки забыл взять. Ну что, давай, наверное, сделаем новый беженец. В плане построить. Или это не строится, или это просто показывается. Да нет, ребята. Не просто. Значит так, чурки надо эти взять. Чтобы они у нас с тобой хотя бы были просто в руках, чтобы мы с ним бегали. Так, здесь нам, в принципе, ничего не надо. Выбросим с тобой эти яблоки. Так, вино оставим. Ягодный сок, ягодная брага. Это все пускай у них тут пока лежит. Слушай, а мне кажется, чем больше поселенцев, да? О, смотри, смотри, смотри. Идут, вот они, ребят, поселенцы. И чем их больше, тем быстрее будет идти репутация. Мне кажется, так это все работает здесь. Так, ты не хочешь со мной поговорить? Однажды мы вернемся, и они заплатят за свои преступления. Спросить о развитии лагеря. Попытайся объяснить, как вы понимаете. Я не специалист, хоть и много читал на эту тему. В процессе развития лагеря есть определенные глубинные механизмы и параметры. Примерно как в хитроумной игре. И если вы их понимаете, это уже половина успеха. Остальное чистая логика. Ага. О еде и воде. Наши беженцы и сами могут раздобыть немного еды и питья, но мало. Так что никакой радости они от этого не получат.
Так что хоть голодная смерть нам не грозит, для развития лагеря этого совершенно недостаточно. Понял вас, и как вы предлагаете мне их всех кормить? Вот, смотрите, время от времени вы можете оставлять еду и воду на складе. Только прошу вас, следите, чтобы склад не опустел. Каждому из нас требуется ровно 3 воды и 30 энергии в день. Как вы видите, обжор среди нас нет. Но это уже радует. Так, о качестве поселения. О, это тривиально. Когда вы возводите что-то полезное для лагеря, вы таким образом повышаете качество поселения. Ага. Ну, как бы вам так объяснить? Выражаюсь научно, именно радость превращает качество поселения в счастье поселенцев. Только помните, беженцы производят радость лишь при условии, что у них достаточно еды и воды. Другими словами, чем больше здесь удовлетворенных поселенцев, тем больше радости. Именно, довольно просто, не правда ли? В принципе, да, все довольно просто. Так, подожди. Так, соорудить огород, это все понятно. Ну, я же вам вроде бы как бы достаточно тут воды. Может быть, им еще побольше воды сюда притащить. Воды и еды, 30 энергии. Энергии, именно энергии. Слушай, ну тут, если брать, ребят, тут им капусты до усрачки, если честно. Хватит. Плюс ягоды я им тут дал. Слушай, вот это, я думаю, наверное, им не нужно. Хотя, как сказать, брашка-то дает им энергии, будь здоров. Так, ладно, я пошел за чурками. А мне нужны чурки. Счастье поселенцев, надеюсь, будет потихоньку расти. И насчет перьев. Насчет перьев нам нужно с тобой отправиться, естественно, в деревню. К этой курятнице. А другого варианта я не вижу. Где еще перья? У меня нет своих кур. Поэтому перья я, соответственно, не могу получать. Ну да, будут перья, будет у нас дальше с тобой развитие. И насчет чурок, да, надо будет сейчас, кстати, сделать. Я же здесь потратил на крематории. И для того, чтобы возобновить, сейчас мы с тобой посмотрим, сколько там нужно всего. Тут у нас еще карьер с тобой. Тоже же из чурок все это делается, да? Так, ага, 8 чурок. И там 12. То есть чурки здесь будут в самом ходу, так сказать. Древесина есть, слава богу. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой займемся этим делом. Создать чурбан. Да, все, наверное, потратим бревна. Вот сюда бы, знаешь, что бы не помешало бы? Поставить зомби, который бы здесь все это стругал. То-то было бы дело. Так, ладно, пускай все это дело. Мы с тобой копим камни. И неспроста, я думаю, здесь нужно будет много для того, чтобы развивать дальше технологии. Так, чурки уже не влезают, да? Камни в карман. Свежий трупец привезли. Свежий, как говорится, трупец привезли. Сейчас мы с тобой, я не знаю, трупец можно, в принципе, бросить в холодильник. Почему вот, когда он бросает его, не может сразу автоматически упасть в холодильник? Нет, он вот валяется здесь рядом. Да возьми ты его, господи. Все. Так. Здесь нам нужно с тобой построить. Раз, два, три и четыре. Все, хорош. Все, мы это сделали. Так, тут у нас... Слушай, ну похоронные сертификаты я же могу продавать, по-моему, в городе, если я не путаю ничего, да? Да-да-да, я могу их продавать там. Ладно, короче, друзья, я побежал к этой... Блин, ночь на дворе, курятница спать будет сейчас. Если она будет спать, чем нам тогда заниматься? Кстати, следующий день будет у нас торгаша, поэтому надо будет бежать и обязательно покупать шелк.
В обязательном просто порядке. Что я тут могу сделать? Что можно посадить? Окей, давай посадим с тобой. Золотой виноград сажаем, кстати. Это же виноград, виноград. Не хватает. А здесь есть семена у нас? Семена хмеля. Да. Тут еще, видишь, удобрение у нас. Жир. Сера. Редкий кинжал. Ну, вон, видишь, виноградик у него растет. Так, подожди, это не то. В плане, подожди-ка, не то. Я что могу? Так, секунду, что-то я тут замешкал. Я что там бросил? По-моему, этот мешок с удобрениями, да? Вроде бы как закинул. Блин, ладно. Надо идти баньки. Твою налево, блин, телепортнуться не хотел. Потом подумал, нафига себе я тут рядом. Я лучше здесь схожу, потом пойду в деревню к этой курятнице, поговорю с ней. И может быть она мне даст перья. Совсем все позабыл. Вот чем, ребята, плохо, когда эти DLC выходят очень-очень долго. Я тебе говорю, последний раз я играл год назад в эту игру. Ты можешь, да, представить, все уже позабыл, что к чему и почему. Кстати, торгаш, ребят, торгаш у нас прибыл, надо будет к нему бежать. Я практически сломя голову. Сейчас мы с тобой восстановим энергию. И там уже до курятницы добежим. Так, идет сохранение, окей. Отлично, он выспался. Так, давай лететь. Использовать лагерь беженцев, карьер. Дохлые клячи. Так, где, вот он купец. Так, давай торговаться с тобой. Да, ребята, есть. Скуплю у него все. Блин, у меня места нету. Ты, блин, серьезно, что ли? Продать тебе можно что-нибудь? Блин, пошли быстрее в этот... К себе, блин, в таверну. Выложим хоть что-то на складе. Блин, куда я ломлюсь? В домик в какой-то. Где мой этот-то? Так, это курятница. Подожди, где мой этот? Таверна-то моя. Это не моя. Или моя? Нет, не моя. У меня на входе там зомби стоит, машет. С этой, с вывеской. Это старая кляча. Ну все, елки-палки, потерялся. На конце города должен быть, по-моему, да? Моя забегаловка. Трындец, да... Таверна «Говорящий череп». Ну и где? Вот, елки-палки. Трындец, построил, даже сам уже не помню, где она стоит у меня. Склад. Срочно надо войти на склад. Так, выкладываем тут. Что тут выложить-то, я не знаю даже. Да давай алкашку эту, эту не надо выкладывать, а то они там быстро выбухает все. Чечевицу. Вот это вот меня и бесит. Потом я буду искать, ходить, где там это, где морковь, где еще там что-нибудь. Трындец. Столько тогда решил навести порядок. Так я, ребят, я там офигел его наводить, этот порядок. С каждого сундука переложи, выложи и так далее. Это очень времени много отнимает. Так, хорошо. Курятница, ты как там насчет торговли? Вот они, твои перышки. Конечно, я забираю у нее все. Мне яйца не нужны, а вот перья, да. Так, и скупаем весь шелк, который есть у этого
Он, как бы говорится, мой партнер по бизнесу. Ну давай, торговать. Скупаем абсолютно все. Королевская рыба. Так, у него, ребят, семена винограда 8 штук. Тоже скуплю их. Так, и вот тут вот. Слушай, а исследование, а почему исследование не завершено? Вот этого я не могу понять. То есть их можно еще исследовать? Получается так. Ну что, где тут у нас лазечка? Побежали. Ну все, в принципе. Шелк у меня есть, я могу сделать там палатку, если понадобится, да? Перья я сейчас прикупил, значит, мы с тобой сейчас будем... Так, я вино не выложил случайно? Нет, вино со мной, все. Сейчас будем делать эти... кулинарную книгу, рецепты, короче. Так, подожди, я не сюда, ребята, пардончи. Вот здесь. Значит так, перо и чернила. Сколько там нужно? Блин. Забыл. Две. Две надо, да, получается? То есть четыре. На две книги нужно четыре. Я ведь правильно понимаю? Ага. Шесть, девять. Подожди, шесть, девять. Зачем мне шесть, девять? Давай шесть, блин, не может делать. Либо-либо, да? Так, 3, 6, все. Там нужно сколько книг? 2, он говорил. 2. И... Что-то не понял я. Так, ну 2 книги-то еще. Я не могу понять. О, все, создаем. Блин, забываю, что надо кликнуть. Ну. А что ты мне одну-то сделал? Я же говорил, две. Вот ты мужик, а. Со странностями. Вот, вторая книга, все. Выходим. Ложим книжку. А дальше уже там, я не знаю, что будет. Какие там следующие у нас с тобой новости? Герри стоит, даже в ус не дует. Молчит, как партизан. Так, задание выполнено. Дальнейшие какие будут указания? Никаких? Так, воду. Слушай, а зачем здесь воду брать, если у них там колодец я построил? Я колодец построил. Ну что, кимарнем и, наверное, будем уже туда отправляться. Я думаю, там к тому времени, наверное, все-таки репутация уже и счастье будет побольше. И, кстати, у нас день змея, да? Это же змей. Сейчас еще раз сравню. Это змей. Вот надо будет к змею вниз сходить. Он же у нас там по нечисти. Хотя инквизитор, кстати, тоже. Следующий день будет его. Может быть, он мне скажет по поводу вампира какие-то новости. Так, ну что, побежали с тобой, сходим туда, в лагерь. В этот лагерь беженцев. Лишь бы там репутация. Так, я чурки взял. Все, отлично, идем. Кстати, мы с тобой разгрузились там по поводу бревен, поэтому этот сейчас будет... Ну, видишь, дровница вся пустая, все бревна перетаскал, молодец. Так, держать. Ну-ка. Репутация 4.13, шикарно. Что я тебе могу сказать по этому поводу? 4.13, значит, делаем дальнейшие. Тут, по ходу дела, все. Вон, видишь, счастливенькие такие. Так, забор для огорода или все-таки палатку? Нет, забор для огорода, наверное, сделаем. Вот. Пошли починим. То есть у них уже будет своя еда, свое питье, да? Колодец у них есть, все отлично. Сделаем им огородик.
А, видишь, водичку сами набирают. Замечательно, молодцы. Оу. Ничего себе, так вот это вот убрать. Никаких палки тут вообще в помине не должны быть. Мешаться будут только. Я сам прекрасно помню, как из своего огорода все это выкорчевывал. Вот. Так, все, да, вроде бы хорошо. Так, он хочет со мной поговорить. Ой, подожди, не то я сделал. Эй, да я тебя знаю, это же ты разгромил мой магазин. В плане. Врезал по носу моему продавцу. А самое главное, назвал меня бесноватым хомячком. Простите, я не понимаю, о чем вы? Как ты сбежал из городской тюрьмы? Вы меня с кем-то путаете, я никогда не был в городе. Да брось, эту глупую бороду разве с чем-то спутаешь? Он так уверен? Хм. Так, а ты что со мной хочешь поговорить? Ах, добрый, славный человек, вы ведь поможете беззащитной маленькой женщине с ее огромной ужасной проблемой. Почему нет, если ты мне все подробно расскажешь? Ах, милый хранитель, я ощущаю себя такой беспомощной, такой ненужной, и я в любой момент готова заплакать. Мне просто не хочется жить. Ладно, давай это обсудим. Есть ли что-то, что ты любишь делать? Ну, конечно, я просто обожаю готовить рагу из щитовидной железы енота с ежевикой и устричным соусом, запеченным с цветками тюльпана. Хм... А что, если я построю для тебя кухню? Готовка избавит тебя от депрессии. Более того, твои навыки могут очень пригодиться другим беженцам. Ммм, так. Ох, это будет так мило с твоей стороны. И эта кухня будет такой же, как в моем бывшем элитном ресторане. Хм, обещать, конечно, не могу, но буду стараться. Построить кухню. Окей, ну-ка глянем-ка. Кухонный стол. Грядка. Так, ребята, грядку я могу уже сделать. Нужен торф. Торф я пойду сейчас соберу. Так, а дальше нам нужно будет с тобой еще гвозди. 12 штук гвоздей. Это для кухонного стола. Короче, торфа 8 и гвоздей 12. Так, полетели. А, где мой дом? Так, торф. Торф должен быть у меня. Целая куча. Так, торф и гвозди. Так, секунду, я сейчас гвоздей вначале сделаю. Так, гвозди есть. Гвозди есть. Так, теперь... Погоди-ка, я опять с хламом, да, бегаю? Блин, я опять с кучей хлама. Твою же налево. Так, это я заберу. Книгу лишнюю, блин, сделал. Так, пошли за торфом. Пошли за торфом. Так, чурки я пока не буду эти трогать. Я здесь могу, по-моему, просочиться? Так, торф, торф, торф. Секундочку. Вот он. Окей. Все. Торфа у нас с тобой хватает. То есть кухню мы с тобой уже сможем сделать. Грядку тоже сможем сделать. Пойдем-ка, наверное... Пойдем-ка, наверное, сходим к змею. К змею вниз, в подземелье. Я просто хочу посмотреть, знает ли он что-нибудь о вампирах или же нет. Если нет, то, ну, на нет и суда нет. А вдруг знает что-нибудь? Хотя, мне кажется, пастух должен знать. Может быть, нам навестить пастуха? Так, по поводу ожерелья. Так, по поводу ритуала. Нет, ребята, змей молчит. То есть у змея никаких заданий нету. То есть уже легче. Уже легче. Так, что я хотел сделать? Я хотел выложить. Я хотел выложить кое-что. А у меня что там? Чернила, книгу. Все это мне не нужно, я поэтому оставляю здесь. Давай выкладываем. Так, так. Перья. И книжку. Вот так вот. Это все мы с тобой здесь оставим. Так, интересно, из новенького что-нибудь есть у нас там построить? А, погоди-ка, помнишь у нас... Да не надо мне никакого генератора случайных этих. Вот здесь вот
Изучить же мы можем что-то. Тихо, подожди, подожди. Да забирайся ты, господи ты. Создать. Так, нам нужны с тобой... Угу. Чистая бумага. Погнали. Я хочу просто озадачить его. Пускай он там штампует. Блин, я еще и бумагу всю потратил. Так, здесь у нас создаются, да? Блин, вот зачем мне вот эти вот грязные книги? Ну нахрена вот мне нужны твои грязные книги? Неужели без этих грязных книг я не могу себе сделать, блин... Извини меня... Вон он, приз. Чистые листочки. Ну, бред какой-то, серьезно тебе говорю. Так, давай... Трындец, блин, тут тоже листочки. Так, бумага. Ну вы издеваетесь, да? Вы просто надо мной сейчас издеваетесь. Исследовать. А что, кстати, могу исследовать? Вот, не завершено, кстати. Давай-ка исследовать. Нифига. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, у нас еще семена конопли не исследованы. Замечательно. Так, что еще можем? Вот, семена свеклы. Ать, науки не хватает. Теперь бы вспомнить, как науку-то получить. Как получить нам с тобой науку? Ты помнишь? И я не помню. Так, чистая бумага. Сейчас мы с тобой ее сделаем. Я не знаю, вот так вот пускай. Потому что все равно, ребята, надо будет их много делать. Я думаю, ослик там еще потом попросит сделать ему эти листовки. 100% тебе говорю. Там же готовка, подготавливаемся к революции какой-то. Так, ну что, зомби? В принципе, я принес тебе. Сделаем так и вот так. Все, создаешь? Вот и создавай потихонечку. Испорченная книга. Вот если ты ему принесешь речной песок и испорченную книгу, он тебе с радостью сделает чистую бумагу. Только вопрос в том, где эту испорченную книгу брать. Так, дальше что мы с тобой собирались сделать? Истории у нас есть. Так, это, наверное, выложим тоже, да, эти истории. Ага. Так, это тоже выкладываем. Это нам не пригодится просто в данный момент. Так, вино, вино, вино я с собой заберу. Торф. Да, ребята, торф. То есть мы с тобой летим. Мы летим в этот, в лагерь беженцев. И делаем огород. Слушай, довольно быстро копится. Так, подожди, не сюда же иду, ё-моё. Не сюда. Так, вот здесь мы с тобой сейчас сделаем все, как полагается. Грядочка. Погоди-ка, я не понял. А, вот оно как. Давай сделаем грядочку с тобой. И кухонный стол. Блин, ну счастье, шестерочка тут нужна. Ну, уже почти два есть, да? Сейчас мы сделаем здесь огородиком. Я надеюсь, они сами тут все смогут засеивать. Или им надо будет помогать в этом деле. Создать. Трындец. А у меня и семян нету. А у меня и семян-то нету для этого всего дела. Улучшить качество грядки. Удобрение качества 1. О-о. Ладно.
Придется мне опять идти к себе на огород, брать семена. Ну, друзья мои, другого варианта нету. Иначе мне придется их все время тут снабжать едой. А так, принесу, засажу, и пускай они уже тут сами копошатся. Я надеюсь, они будут хотя бы, блин, за своим огородом смотреть. Девчуля-то согласилась вроде бы, да, поработать на кухне. Главное, чтобы я ей кухню сделал. И ослика тоже вот не могу никак дождаться с новым заданием. Нету ослика? Нету, и морковки нету. И с собой у меня нет морковки. Так, ладно, сейчас по семенам в первую очередь разберемся. Так, давай смотреть. Здесь у нас не то. Здесь тоже не то. Тут, блин, чечевица. Ага. Семена пшеницы. Блин, а сколько там нужно семян? Там дофига, по-моему, надо. Так, вот это вот, кстати, мы с тобой возьмем. Удобрение качественное, ускоряющий рост. И вот так вот сделаем. Блин, да хоть убей, я не помню, сколько нужно там этих семян, а? Предположим, чтобы тут засадить. Но у меня-то все попроще, у меня как бы уже все готово. Слушай, а как, например, мне сделать качество огорода получше? Вот я взял эти удобряшки, да? Как вот сделать мне? Я вот не помню. Вот, например, подходишь сюда, видишь? Вот здесь у нас с тобой как бы улучшенное качество. Тут прям вот показано. Посадить торф? Видишь, как бы... Ну, сажаем вроде... И что это значит? Чё-то я вообще ничего не понимаю, ребят. Чё происходит-то? Ну вот сажаем, например, да? Чё там сажаю, даже не пойму. Пшеницу. Мы с тобой просто сажаем пшеницу. Но вот это-то что? Семена капусты. Че, только капусту сюда, что ли, могу сажать? И все, что ли? А сюда торф? Ну это бред. Сажать торф. Ладно. Кто у нас там продает семена? Опять же, кто-то в деревне. Ну, сегодня день Шармель, поэтому... Он нам не нужен этот день, можно его пропустить, прогулять. Нам нужен с тобой день инквизиции. Хотя нет, ребята, это день инквизиции, поэтому пошли. Пошли с тобой наверх. Если инквизитор что-нибудь там скажет, ну нам главное держать рот на замке, а то накликаем беду на наших беженцев, да? Ведьмина гора. Со мной никто не хочет разговаривать. А по персонажам, где у нас пастух вообще находится? Пастух. Где-то... Где-то должен быть, по идее, в деревне пастух. Надо с ним встретиться, просто пообщаться. Где этот вампир находится? Вот я к чему говорю. И, кстати, мы с тобой, вот если смотреть карту, да, мы с тобой в городе так и не были. У нас выход в город где-то... Где-то вот тут должен быть. Где-то вот тут, или я не помню. И нас так с тобой не впустили. И даже вот в Северную Цитадель тоже нас не впустили. Мы там еще не были. То есть тут очень много локаций, которые еще закрыты до сих пор. Также вот этот, мы, по-моему, с тобой... Да, мы не сделали. Просто деревянный крест тут поставили.
А тут же можно сделать хорошую могилку. Так, ладно, что ты мне можешь предложить? Я так устал без работы. Так, у него чисто мельница. Мельница нам не нужна. Блин, столько пшеницы, да, ребят? Все засеяно. Офигеть. Собирай, не хочу. Ну, а ты мне что-нибудь предложишь? Торговать. Так, вот, ребята, у него семена. В принципе, семена надо, наверное, забирать у него тут все, абсолютно все. Так, окей. Семена тыквы. Не знаю, нужна ли тыква, нет, но возьмем. Вот это за... Подожди, 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 вот это заберем. И вот это. Что, у меня не хватает места? А, ё-моё. У меня не хватает места. Ладно, давай заново. Вот это заберем. Раз. Вот это вот. Два. И вот это. Три, все. Хорош. Теперь мне надо узнать, где находится пастух. Поговорить с пастухом нужно. Тут у нас есть пчеловод. Так, вот он как раз пчеловод. А где пастух? Тут интересно показано у нас. Смотрим. Так, деревня. Говорящий череп — это мое. Пастух где-то наверху. Ну, по идее, должен быть, да? Так, это кто у нас? О, спросите о вампире. Так, расспросите ее о вампире. Роза, тут вампир, что напал на тебя. Могу я? Он пил мою кровь. О, я тебе сочувствую, но, пожалуйста, не так громко. Правда, получилось впечатляюще и зловеще. Я много часов репетировала эту фразу. Ага, тебе надо играть на сцене. Так, ты мне расскажешь парочку деталей? Он заманил меня в коровник, подражая мычанию беременной буренки. Он схватил меня, начал пить кровь, но потом внезапно все выплюнул. С отвращением, и знаешь, это было довольно оскорбительно. Если бы муж был дома. А потом? Он сказал: «Вторая, опять вторая группа. Да вы как будто издеваетесь все», и убежал. Спасибо за помощь, побольше телят твоим коровам. Ага. Так, побольше телят твоим коровам. А, так мы должны с тобой, наверное, со всеми поговорить, с жителями, скорее всего, не только с пастухом. Ну-ка посмотрим, а этого он бомбил или нет? Нет, ребята, с этим у него все нормуль. Так, блин, да, отменить сделку. Так, ладно, у этого он кровь не пил. А вот у этого крестьянина, который тут стоит, пил или нет? Он вообще как неживой. Кто у нас тут? У нас еще с тобой остается кузнец. Кстати, вот сюда вот меня и не выпускали. Вот эта дорога в город как раз. Может быть, когда-нибудь дождемся DLC, когда нас впустят в город. Так, ну мне кажется, у кузнеца вряд ли он был бы пил, пить кровь стал бы. Насчет хранителей кладбища. Крезвель, ты не мог бы уделить мне время и рассказать о других хранителях? Конечно нет, но поскольку это единственный способ от тебя избавиться. Вот, последний хранитель был приличный человек. Не то что ты. И закупался алкоголем в городе, и мы с ним пили вместе. Когда парень напивался, у него крыша ехала. И это было дико смешно. Тут же начинал болтать какую-то хрень о говорящих черепах, других мирах. Угу. Все, да? Все.
Это, конечно, все интересно и занятно, но что по поводу вампира? Блин, ты достал, а? Корнеплод, мешается только. Так, а ты у нас... Пастырь, ты как там? Тоже, да? Не алло. Ну и что? А где тогда у нас получается... С Марией мы пообщались, а где сам пастух? Блин, ночь на дворе, ё-моё, ничего не успел. Персонаж. Так, подожди. У нас есть тут Мария, отмечается или нет? Так, Харадрик, найти... Ага, Харадрик. Надо поговорить с Харадриком. Харадрик, видимо, что-то знает. По крайней мере, у него отмечено задание. Или мне нужно будет просто это сдать все ему. Сейчас посмотрим. Сейчас мы попробуем его расколоть. Эти все молчат, как партизаны. Ну что, Харадрик? Найти вампира. Нет, ребята, мы просто должны с вами сдать ему задание про вампира. Харадрику этому, а? Так, Кори это каменщик, Лотта это старая ведьма. Седовластый, понятно, это рыцарь. Вагнер, Йорик, пчеловод, кукол этот. Я не знаю, ребята. Фермер. А, госпожа Чейн, любимая жена владельца этой... Ну, пойдем, пока не ушли. А вот она, Чейн. Тебе лучше поговорить с моим мужем, он тут всем заправляет. Так, насчет хранителя кладбища. Чейн, ты что-нибудь знаешь о моих предшественниках? О других хранителях? О, да, второй хранитель был просто ужасен. До сих пор помню то уродливое лицо, свистящий шепот, гнусный смех. Кто-то даже видел, как он готовил и ел плоть, срезанную с трупов. Мы его все боялись и ненавидели, а он ненавидел нас. И когда 100 лет назад его служба закончилась, я... Ох, ха-ха, извини, я, конечно, не настолько стара, мне о нем рассказывали. Понятно. А... Про вампира. Можно узнать что-нибудь? Про вампира. Чейн, не могла бы ты рассказать мне кое-что о вампире, который напал на тебя? Нет, я не могла бы. Не могла бы. Пусть сперва Харадрик извинится за свое мерзкое поведение. Ох, ладно, я его попрошу. Блин, Харадрик опять... Ну давай. Так, попроси извиниться... Перед Чейн. Харадрик, Чейн настаивает, чтобы ты извинился. Я извинился? Я застаю любовника жены в собственной спальне, и это я должен извиняться. Представь себе, он меня заметил и сиганул в окно. А она теперь заявляет, что спала, а этот парень был обычным вампиром. Может быть, она в чем-то права? Знаешь что, иди к ней и скажи, что я требую объяснений. Твою же дивизию. Не понос так золотуха. Чейн, эй, Чейн. Тебе лучше поговорить с моим мужем. Понятно, она куда-то ушла. Куда она пошла-то, ё-моё. Блин, зашибись. Я надеюсь, она не откажется со мной поговорить, если она встала там. Угу. Да это я понял. Так, попросить объяснений. Харадрик требует объяснений. Серьезно? Объяснений? Иди к нему и спроси, почему он сам в тот день вернулся посреди ночи. Слушай, мне жаль, что у вас в семье неурядицы, но тебе вообще есть что мне рассказать? Ничего не знаю, я спала. Вопросов больше нет. Хорошего дня. Погоди, ты можешь поговорить о вампирах со звездочетом. Он упоминал, что на него однажды напали вампиры. Давно, лет 30 назад. Так, теперь, блин, теперь идем к звездочету.
А у нас на дворе ночь. Да, звездочету как раз будет именно до меня. Блин, телепортироваться не хочу. Утро еще не скоро. Слушай, ну я пока, в принципе, пешком до него дойду, да? Я думаю, что уже наступит утро. Так что пошли. Терять нам все равно уже с тобой нечего. Я неверный путь, по-моему, сделал. Давай-ка, наверное, вот здесь вот. Ага, вот. Вот она, эта дорожка. Эх, звездочет, звездочет. Жалко, вот нельзя зайти в свою забегаловку, да, и где-нибудь здесь кемарнуть. Ну, поспать. Денег, откуда-то мне деньги все-таки несут. Хоть маленечко, но несут. И это так приятно. Так, стопы. Я забыл, как... Как мне к звездочету-то попасть? Тут у нас мост разрушен. А, подожди, вот здесь внизу, по-моему, да, будет дорога. Вспомнил. Так, ну уже практически утречко, он уже должен быть на месте, или, по крайней мере, идти. А он здесь стоит. Ха-ха. О вампирах. Так, видишь, 40 должно быть репутация, а у нас с тобой соточка. Знаете, супруга Харадрика упомянула, что вы когда-то имели дело с вампирами. Вампиры? Еще же. Когда же это было? Еще до Большого Взрыва, кажется. Да, на поляне справа от водопада. Тогда еще мой друг-родитель был со мной. Это было что-то вроде пикника, а потом четверо с клыками появились, как из-под земли, и напали на хранителя. Но его защитила какая-то странная магия, превратив их всех в вампирские челюсти. Потрясающе! А еще что-нибудь знаете о вампирах? Ну, например, я читал, что вампиры-ученые открыли 4 группы крови. Штука в том, что вампиры могут пить только 4-ю группу. Кровь других групп вызывает у них кариес клыков, язву. Зеленую сыпь на коже, многолетний паралич и еще некоторые неудобства. А, вот почему, а он там пьет все. Вторая группа, да? Так, торговать, что у тебя там есть? А вот у него, ребята, есть как раз и чернила, и книга. Кстати, вот эту книгу я выкуплю у него. Выкуплю. Куда я ее выкуплю? Блин. Я могу выкинуть что-нибудь здесь, а? Уничтожить. Да. И вот это тоже уничтожить. Так, дед, отдай мне, пожалуйста, вот это вот все. Я это сейчас хочу просто применить. Обязательно применим, чтобы у нас использовать. Использовать. Так, еще давай поторгуемся. Вон у него сколько. Так, одну вернем. Да ё-моё. Окей. Так, используем. Так, и так. И последнюю книжечку я у него докупаю. Красная. Кстати, у него вот, ребята, и перья продаются. Все вот есть именно у этого звездочета. Использовать, использовать. Все. Теперь, я думаю, можно спокойно лететь до дому, ребята. Даже не то, что до дому. Скорее всего, мы полетим. Использовать в лагерь беженцев. Посмотрим, сколько здесь репутации стало. 4,94. Окей. И на что нам здесь хватит? Ну, хватит, например, еще на одну грядку. Если немножко подождать, то нам хватит еще и на жилую палатку. Так, подожди, с грядками-то это, конечно, все хорошо, все понятно. Но я их до сих пор еще не засеял. Ну-ка. Ага, хватает, хватает. Давай, наверное, мы сделаем с тобой морковь. Нет, капусту. Мы с тобой сделаем капусту. Улучшить качество грядки я не смогу. Так, тихо, она идет куда?
О, какая молодец. Красавица. Давай, поливай там, что хочешь, делай. Пошла, ребята, тут работенка. Можно, кстати, еще поставить одну грядочку. И на ней уже сделать... Тут капуста будет, да, например, а здесь? Вот так вот. А сюда что-нибудь еще сейчас засадим. И пускай они тут себе живут потихонечку, да? Блин, а вот нам надо насчет вампиров все-таки узнать побольше информации. Так. Сюда можно посадить пшеницу. Да, пускай пшеница, у них будет капуста и пшеница. А потом можно здесь поставить, что, например, морковь и еще там что-нибудь. И будут делать квашеную капусту, елки, в конце концов. Это уже плюс. Так, ну а я пойду, наверное, друзья мои, домой кемарить. Ну и будем заканчивать эту серию на сегодня. Да, обязательно продолжим, но уже в следующий раз. Да, про вампира, кстати, про вампира. Звездочет, может быть, нам сделать с тобой отметку. Так, это понятно, посмотрите еще. Ага, сын фермера. Вот, кстати, и повар. Ну, повару построить кухню. Вот, ребята, у сына фермера надо будет спросить о вампире. Так, Харадрику это понятно сдать, вампира. Ну, на ближайшее время у нас с тобой есть чем заняться. Про вампира плюс. Не забывай еще, мы ждем с тобой ослика, который должен прийти. Я не знаю, он какое-то задание там будет нам дальше давать или что. Блин, морковь забыл ему, а. Конечно же, пока нет моркови, он ко мне не прискачет сюда. Но опять же, это все будем делать уже в следующей серии. А сейчас пора, как говорится, и отдохнуть. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.